и пошел в штрафную площадь до самого конца. И удар поворотом, и гол! И гол! Алексей Ионов забивает потрясающий мяч! Да, гол красавец, ты знаешь, болельщики несколько удивлены, шокированы этим голом, красотой. Подача. Нет, никто не дотянулся до мяча, но здесь Жирков может пробить в дальний угол. Какой гол! Фантастический выстрел Юрия Жиркова в дальнюю девятку. Не успели накрыть его спартаковцы, и «Зенит» выходит вперед. Столько времени, чтобы правильно приложиться к нему, и в дальние девять. Эрик Бенфалви, лучший игрок этого матча, но матч не закончен. Удар! И Фернандес! Супер Марио! Фантастический мяч! Уже играл в этом чемпионате Ахмат на выезде в Петербурге и устоял. И играл в меньшинстве гораздо дольше, чем сейчас предстоит. Ух ты! Какой гол! Что за гол только что мы с вами увидели? Ну просто гол! Красавец! Это просто кино! Меньшинство или большинство сейчас абсолютно не важно. Сам вперед хорват Бистрович своему соотечественнику вложить! Сцена, конечно, так, смотрим мы за Крыховиком, его удар, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это не на трибуну! Потрясающий гол Жегоша Крыховика, 3-0! Да, роскошный мяч, Крыховик, но теперь уже все понятно в этой игре, еще раз. Уткин пасует на Вандерсона. Вандерсон обратно на Берга. Свободное пространство образовалось. И какая красота! Почему же так провалился Ахмат в обороне? Это была, наверное, контратака. Проспал Ахмат вот такой выход Краснодара в эту атаку, где много-много свободы оказалось у хозяев. Кухарчик разбегается по правому флангу, мяч в штрафной площади. Пас под подачу, еще один навес, удар, гол, боже мой! Вы видели это? Вы это видели? Вы это видели? Что он сделал? Что он сделал? Боже мой! Что он сделал? Господи, вы это видели? Какая красота! Подача. Удар по воротам. Ну, Александр Соболев опять забил у нас хороший, важный мяч. Есть и другие неплохие забитые мячи. Подача в штрафную площадь. Удар через себя! Какой гол! Какой гол! Деспотович! Браво! Браво! Потрясающе! Мама мия, что он сотворил, а? Заброс из глубины поля. Казалось, ну ничего опасного. Мяч уже здесь где-то на углу штрафной. Дальше на фланг пошла передача. И как удар наносит Джорджа Деспотович через себя. Браво!